Здравствуйте, друзья, подписчики канала и случайные зрители. Сегодня видео распаковка. Небольшая посылка, я ее давно ждал. Информацию сейчас оглашать не буду, поскольку во время вскрытия я замечаю, что я сам смотрю, мне самому интересно. Поэтому более подробную информацию я озвучу немножко позже. Как вы уже догадались, наверное, это видеорегистратор. Заказывал я на сайте AliExpress. В описании я указал продавцу, чтобы был русский язык, и он мне дополнительно положил инструкцию на русском языке. Она лежала сверху. Рассмотрим более подробно упаковку. Как видим, упаковка наружная опломбирована. Указано, что если эта пломба будет скрыта, необходимо осмотреть посылку перед принятием. Обозначение мола. Это означает, что данный магазин находится в моле за определенные заслуги. То есть проверенный поставщик, надежный и так далее. Начнем с упаковки. Так, друзья, коробка выполнена из очень качественного материала. Всевозможные обозначения. Указан сайт. Похоже на ту, в которых упаковывают мобильные телефоны. В наборе также провод для подключения к питанию автомобиля в районе 4 метров. Липучка для крепления на лобовое стекло с регулировкой в нескольких плоскостях. Не тарахтит. USB кабель для подключения регистратора к компьютеру, гарантийные карты, инструкция на китайском и английском, инструкция на русском языке по моей просьбе. Рассмотрим сам видеорегистратор более подробно. Итак, регистратор был приобретен на торговой площадке AliExpress, Китай. Бренд называется NewTek, модель AT66A. На базе процессора Novatek, угол обзора 170 градусов. Поддерживает GPS трекер, он приобретается отдельно, именно под этот видеорегистратор. Стоит в районе $15. Я его не приобретал. Цена на момент покупки составляла $48.96, что являлось примерно по тому курсу 1200 гривен. Единственный минус, что за такую цену был только белый видеорегистратор. Магазин дорогой, сразу скажу, ссылку я на него дам. При выборе я основывался отзывами и рейтингом магазина. Поэтому немного подождал. Магазин устраивал акции. Я заказал видеорегистратор в нем. Как видим, упакован был отлично, доставка быстрая. Управление регистратором производится с помощью вот этих кнопок. Кнопка включения-выключения. Кнопка меню. Кнопка выбор режима, также джойстик и ОК. Во время съемки джойстик выполняет роль зума. Эта кнопка отключает микрофон во время записи. Можно записаться со звуком или без. Итак, производим включение с помощью кратковременного нажатия. Так, регистратор наш включился. Нажимаем меню. Как видим, высветились. С помощью вверх-вниз выбираем
нужный нам пункт. Разрешение. Итак, форматы, в каких производит съемку видеорегистратор. Оставим самый наивысший для теста. В этом же режиме он более будет экономно расходовать память. Ну, пока оставлю. Цикл записи. Выбирается. В этом варианте выбираются куски, какими будет производиться запись. Момент монтажа шву видно не будет. Но выберем максимально 5 минут. Эта функция позволяет с помощью электроники улучшать качество записи. Включено. Экспозиция. Оставим по умолчанию. Так, датчик движения. Включить или выключить? Я его выключу. Полезная функция, но есть свои плюсы и минусы. Хорошо экономит место на памяти. Ну, делает пропуски в событиях, поскольку не всегда срабатывает в некоторых моментах. Например, при габаритах или в темное время суток. Если вам навстречу автомобиль едет, пока он не светит фарами вас, он не включится, не видит в темное время пешеходов. Так что есть свои плюсы и минусы. Пока его отключу. Запись звука позволяет производить запись включенным микрофоном или выключенным. Я оставлю выключенный. Дата и время. Показывает дату и время внизу при воспроизводстве видео. Включено. Окей. G-сенсор. Акселерометр, или как его там по-другому называют. Датчик удара. Оставлю низкий уровень, поскольку во следующих он чувствительный. И на каждой яме он архивирует файлы. Появляется режим ключика. И этот файл можно будет удалить только вручную. Наставлю низкий. Нажимаем еще раз меню. Переходим в настройки. Дата, время. Выставляется дата, время. Также можно выставить знак автомобиля. Номерной. Часовой пояс. И автовыключение. Поставлю на максимум. Этот режим после отключения питание на регистратор позволяет некоторое время ему еще находиться в рабочем состоянии. Оставлю 10 минут, окей. Так, звук клавиш. В данный момент у меня отключен. Язык. По умолчанию стоит русский. ТВ режим. В зависимости от страны, в какой вы проживаете, настраивается. Так, частота освещения, заставка. Заставка — это нужная функция. Через 3 минуты во время записи заставка потухнет, а не будет вам мешать. Можно ее также отключить или поставить более длительное время. Ставлю 3 минуты. Формат — это форматирование, перезагрузка всего устройства и версия ПО. Как видим, версия программного обеспечения, которое установлено в данный момент. Можно перепрошить на более новую, но я думаю, мне не придется делать, я в этом не очень разбираюсь. Если меня будет все устраивать, я к этому не обращусь. Нижняя кнопка, выбор режима. Выбирает режим. В данный момент она переходит на режим фото. С помощью меню можно настроить те же функции, как и на видео. И переходим еще раз. Это режим воспроизведения. Но поскольку нет флешки, он ничего не показывает. Пишет, что нет изображения. Нажатием переходим опять в режим видео. И запустить видео можно с помощью вот этой кнопки. Но он пишет, что нет SD-карты. Также эта кнопка двойного действия. Она во время записи останавливает видео или продолжает. То есть вы можете в ручном режиме. Регистратор не поддерживает ночную съемку, как говорится там. Он хорошо снимает ночью, но при условиях сторонней подсветки. То есть должны быть включены или габариты, или освещение наружное, или автомобильное. То есть фары. В противном случае он не видит. Ночная съемка — это режим, в котором есть инфракрасная подсветка. В данном регистраторе его нету. И поэтому, когда отключаются габариты, он просто слепнет. Получается черный экран. Хотя снимает, в принципе, он неплохо. Все основные функции выполняет, что нужно, регистрировать. Так, карта памяти. Карта памяти была приобретена
дома. Карта памяти на 16 гигабайт 10 класса. Регистратор же поддерживает до 32. Вставляем карточку. Слышен щелчок. Замок закрылся. Эта штучка у нас пока лишняя. Чтобы ее не потерять, я приобрел вот такой органайзер для флешек. Очень удобно. Можно вставить такой кошелечек. Ну, перейдем обратно к видеорегистратору. Так, включаем его. Он уже с флешкой. Нажимаем. И он начинает снимать. Как видим, красный глазок в углу экрана. И светодиод начинает тоже моргать. Это означает, что видеорегистратор снимает. Батарейка села. Батарея разряжена. Сейчас я его подключу и продолжу. С помощью USB кабеля я подключил его к ноутбуку. Как видим, загорелся красный глазок. И видеорегистратор включился при подаче питания. При подключении к компьютеру высвечивается режим, в котором компьютер видит видеорегистратор. Флеш-память, веб-камера или видео. Единственное, что в режиме веб-камеры микрофон регистратора не будет работать, а только будет микрофон компьютера. Нажимаем режим. Режим фото. Режим. И с помощью джойстика можно выбрать видео, которое вы отсняли. Регистратор их формирует по папкам. Каждая папка по дате времени. То есть за определенный период времени видео будут в одной папке. По круговому будут затираться, когда память будет наполняться. Вот это то, что я говорил. Это значок, что файл архивирован. Можете его вручную или по датчику удара. Выбираем файл, нажимаем ОК. И видео идет. Примеры видео я оставлю в конце. И сможете посмотреть. Этой же кнопкой останавливается. Немного о памяти. Самое длинное путешествие, которое я на нем проехал, было в районе 450 километров. Около 8 часов пути. Регистратор работал в режиме датчика движения, соответственно, были пропуски, и в режиме 720p. Флешка на 16 гигабайт была заполнена полностью. Некоторые файлы отсутствовали, поскольку началась записывать на второй круг. То есть, соответственно, если на более длинное расстояние и путешествие, необходимо более большую карту памяти. Очень интересуют, ребята, отзывы, у кого есть подобный регистратор или данной компании. Сколько прослужил, какие бока, оставляйте комментарии. Это поможет другим людям в выборе техники, поскольку вещь необходима в данной ситуации. Уже заметил плюсы от использования видеорегистратора. Бывают случаи, что пешеходы выскакивают на зеленый свет. Такие моменты он регистрирует, и это уже будет доказательством вашей невиновности. Также можно его использовать как камеру наблюдения. На окно прилепив на присоске и установив на стоянку, можно наблюдать за своим автомобилем с квартиры при учете подключения его к внешнему источнику питания. Иначе он будет спать и не будет включаться. Еще немного дополню. Вот эти клавиши также выполняют во время записи роль зума. Четырехкратный зум получается.
Всем удачи, всем пока. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До свидания.